Доброе утро, дорогие друзья! Это наша постоянная рубрика «Поговорим о здоровье». И ее постоянный эксперт, врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнева. Доброе утро! Доброе утро! Почему опять про здоровое питание заводим разговор? Ведь вроде столько про него уже всего интересного рассказали. Говорить мы будем о разных аспектах здорового питания целый месяц, просто потому что Ярославский областной центр медицинской профилактики объявил этот месяц, июль месяц 2017 года, месяцем здорового питания. И хочу с удовольствием сообщить, что в принципе все лето в Ярославле, Ярославской области осуществляется масштабная акция «Здоровое лето». Специалисты различного профиля, ведущих клиник Ярославля, врачи Центра здоровья, врачи Ярославского областного центра медицинской профилактики выезжают в районные центры в основном нашей области и проводят большую профилактическую работу, проводят скрининг обследования населения, и в том числе мы проводим анкетирование, которое касается изучения вопросов питания, как наше население питается. Мы работаем по созданию единого профилактического пространства в нашей области. Это очень важно, потому что любому здравомыслящему человеку понятно, что предупреждать болезни – это гораздо интереснее, гораздо выгоднее и гораздо веселее, чем болеть. Чем болеть, да, платить за лекарства и, самое главное, платить качеством жизни, страданий. Поэтому, в общем-то, мы и занимаемся вот этими профилактическими вещами, и в частности, питанием. Что же еще можно нового сказать? Или мы будем повторять все одно и то же, чтобы дошло до наших телезрителей о том, как нужно питаться? Я думаю, что мы посвятим время больше каким-то более узким аспектам. Угу. Да, в частности, поговорим о применении различных диет, мы поговорим о тех необходимых пищевых веществах, дефицит которых наблюдается у нашего населения. В принципе, я хочу сказать, что вот по итогам анкетирования, только вот за прошедший июнь месяц, лично у меня прошло более 200 человек. Угу. Более 200 Они заполняли человек. Анкету, да, отвечали на вопросы. Специальную анкету заполняли, отвечали на вопросы. И я хочу сказать, что наше население ничем не отличается в среднем от населения по России. А какие вопросы были? Вот это самое главное. Вопросы очень интересные. Кстати говоря, я могу провести блиц-опрос. Давайте. Прямо вот буквально не отходя с этого места. Итак, скажите, пожалуйста, потребляете ли вы 400-500 грамм овощей и фруктов, зелени в день? В день? В день, нет. Каждый день. 400-500, мне кажется, это очень много. Полкило огурцов съесть или полкило помидор избыточно. Это всего, включая овощи, фрукты, зелень, причем это здесь и овощные салаты, и фрукты, и какие-то гарниры, то есть не обязательно, это в сыром виде. Я бы сказал, если это возможно, да, что овощи я ем в обед, и на ужин. Отлично. Соответственно, в обед, то есть, наверное, грамм 150, я так предполагаю, по весу бизнес-ланча, и грамм 200 на ужин. Я вам советую добавить два фрукта в день. Например, утром с кашей и на перекус. И тогда вы эту норму, которую рекомендуют кардиологи для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, выполните. Дальше, следующий вопрос. Екатерина, обращаете ли вы внимание на процент жира, когда вы покупаете продукты питания? Конечно, обязательно. Что вы выбираете? Я выбираю жирные продукты, скажу вам честно. Ё-моё, что же это такое? Вот это типичная ошибка. Вам, в принципе, по вашей фигуре можно пока и пожирнее, повкуснее. Невкусно мне обезжиренный творог, да. Невкусно мне обезжиренное молоко. Я люблю, чтобы какая-то средняя доля жира, была. Опять же, типичное заблуждение насчет обезжиренных продуктов. Диетологи не рекомендуют обезжиренные продукты и не рекомендуют слишком жирные, особенно тем людям, у которых уже есть ожирение или, например, сахарный диабет второго типа. А вот то, что вы говорите, Катя, на самом деле вы правильно сказали. То есть среднее содержание жира в тех же кисломолочных продуктах – это очень важно. Потому что обезжиренное – это что значит? Человек лишается жирорастворимых витаминов, а они очень важны. Следующий вопрос. Пьете ли вы, уважаемые ведущие? Пьете ли вы? Хитрый вопрос. Литр-полтора чистой воды в день. Литр-полтора нет. Я думаю, что в пределах пол-литра. Это мало. Да, Катя? Скорее всего, нет.
Иногда я пытаюсь себя контролировать, но важна, чаще всего нет. Важна именно чистая вода, потому что наши люди привыкли пить чай, кофе, какие-то, может быть, газированные напитки, но, к сожалению, все забывают, что важнее еды для нас вода. Замечательная привычка. Обязательно возьмите с собой бутылочку, поставьте в машину, поставьте на рабочем месте. Не обязательно пить стаканами, можно пить глоточками. Если вы занимаетесь спортом, в течение тренировки вы должны выпить как минимум 0,5 литра чистой воды. Еще один очень важный вопрос. Является ли ваше питание регулярным? То есть, есть ли у вас завтрак, обед и ужин вот как святое? Молчу. Ну, конечно, нет. Сижу, молчу. А почему, конечно, нет? Вы знаете, обязательно надо соблюдать режим питания. Не забывать кормить свое тело в течение дня. Обязательно заложить крепкий фундамент, это завтрак. Обязательно перекусы в течение дня для того, чтобы вы вечером пришли домой, и у вас не было желания переесть. То есть не забывать заботиться о себе в течение рабочего дня, именно тогда, когда наше тело требует энергии, нуждается в поддержке, и вот тогда это будет одной из лучших профилактик того же ожирения. И, кстати, это важно, напоминать ведь важно. Человек имеет свойство забывать, это свойство памяти. Вот поэтому мы и не устаем работать с населением по вопросам здорового питания. Вот это, мне кажется, отличный финал будет сегодняшнего нашего разговора о здоровье. Напоминала о правилах здорового питания нам сегодня врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Селезнева.